Всем привет! С вами Юрик. Юрик? Тима, что это? И Юрий Хованский, эгей, пес хулиганский. Опять это открывается ёбаная дверь на кухню. Ну да мы продолжим. У нас несколько дублей. Короче, Тима, вырубай, что за хер? А. Потрясающе. Это по сценарию? Дима, это по сценарию, да? Я готовился вести. Короче, сегодня внезапно мы будем обозревать сочни с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Ну, ТЭЦ-2, конечно же, победит. Мы не знаем, какой вкуснее. Я знаю. Вот это говно с ТЭЦ-2. Видишь, оно с салфеточкой. А мне даже салфетку не положили. Ой, блин, ТЭЦ-1, ну да. Макушка. Сорян. Зато мои больше. Итак, ну что, пора приступить. Юлик, хватит, а? Юрик. Опять он голодный. Что тарелку не принёс? Ну что делаем? Я попросил. Сколько едим? Ну давай откусываем до творога. Давай сначала пробуем твой. Так. Он беленький, хороший, не рассыпается, консистенция правильная. На запах неплохой. Так, ну ладно, пробуем. Так, ты кусай дальше. Манифик. А я до творога докушу. Ну а что, потом будет участвовать эксперт. Понятно. Кстати, Серега сказал, что нам нужно жрать не просто типа, мы поели говнеца, типа, а нужно крошками просто кидать. Смотри, вот просто. Я совсем тупая. Я потом подберу. Ну, все, уже ничего нету. Там под кнопку проваживаешь. Нормас. Будешь чистить, разбирайся, чистить. Тихо. Ты вообще охренела? Я тебя плюну на твой ноутбук. А мне его нет. Я знаю. На мой будущий ноутбук. Ладно, так, пробуем творог. Вкусно. Угу. Очень вкусно. Я пробовал творог? Да. Я ты с Юлик. Переигрываешь. Круто. Так, все, нету крошек. Я в печали. Итак, едим следующий. Этот был на 10. Нормально вообще. Я ставлю 80 из 10. Итак, мой. Форма непонятная. Вообще немножко горелый. Вываливается. Зато больше вываливается. Но они не всегда такие. Не удался просто. Ладно. Ты выбирала самый вкусный. На запах? Нет запаха. Мне твой на запах больше нравится. Да, мне тоже. Чем-то пахнет непонятно. Печенька. Да, вот это печенька. Это юбилейный. Да. Ну ладно, пробуем. Ну что, пробуем тесто. С чего делают? С печеньки? Печенька. Печенька. Блин, они обычно не такие. Гадит. Нечестно. Фу. Блин, капец, запороли мне обзор. Нет, не... Ой, блин. А, сейчас запью хоть. Да нет, нормально. Ну, когда ешь один, а не в сравнении. Печенька. Они спира... Печенье – топлёное молоко. Да, кто-то прожевал печенье, после этого его переработали и сделали сочи. Класс. Из остатков. Ладно, давай творог кусим сейчас. Давай. Не накрошить, а он развалится, потому что. Ну-ка. Ну, блин, сука. Вкусно? Я тебе еще не поняла. Ну... Совокупность что-то... неплохо. Ну... Но без совокупности вообще никак. Да. С голодухи пойдет. Они обычно вкуснее были. Печенька мне не нравится.
здесь не чай. Здесь не чай. О, муха. Где муха-то? Вот. Ты убил ее? Да. Убийца. Ну, съешь ее, может, полегче станет. Нет. Ну ладно, чё, мы уже сколько? 5 минут записываем. Эксперт придет завтра. Эксперт, да, у нас есть независимый эксперт с даже не стец, а с выше. Филиала, да, высшее руководство, которому мы сейчас кормим. Не дай бог прокинешь, и крошки будут ни по чём. В общем, спросим его мнение о сочне. Но я думаю, итог очевиден. Вот. Ну ладно, чё. Всем хаюшки, покаюшки. Покаюшки? Покаюшки. Пока, Кать. Сама такая. А, ну да.